Шалом, друзья! Шалом, друзья! Шалом, друзья! По традиции, в Пурим мы пекем уши амана или шляпу амана. Так называется это печенье. Для начала замешиваем тесто. Берем 200 грамм маргарина или масла, баночку сметаны, полстакана сахара, одно яйцо, ванильный сахар, сода с уксусом. Стопом уберем немного. Немножко ромовой эссенции. И муки сколько заберет тесто. Если тесто у нас получится очень мягким, его можно будет положить в холодильник на 10 минут. И у нас получился вот такой вот хорошенький, мягенький шарик. Раскатываем тесто. И вот такой формочкой вырезаем печенье. Для печенья мы ложим начинку. Начинка у нас может быть маковая, ореховая и финиковые пасты. Веселиться и не два денька на века.